Эксперты назвали самые дорогие мегаполисы мира. Лидировали в рейтинге сразу три мегаполиса – Сингапур, Париж и Гонконг. Все они набрали одинаковое количество баллов. Британский журнал Economist Intelligence Unit IU, опубликовал рейтинг самых дорогих мегаполисов мира. В перечне лидировали сразу три города, набрав одинаковое количество баллов – Сингапур, Париж и Гонконг. В ходе составления рейтинга специалисты оценивали цены на 160 различных товаров и услуг в 133 городах мира. Все три города лидера заработали по 107 баллов. Следом за ними идут швейцарские Цюрих, 106 баллов, и Женева, 101 балл. В топ-10 также вошли Осака, Япония, Сеул, Южная Корея, Копенгаген, Дания, Нью-Йорк, США, Тель-Авив, Израиль и Лос-Анджелес, США. Самыми дешевыми городами оказались Каракас, Венесуэла, Дамаск, Сирия, Ташкент, Узбекистан, Алматы, Казахстан и Бангалор, Индия. Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые романтичные города мира, лидером среди которых оказался Мостар в Боснии. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.